138 масовых мероприятий отбылося у Могилевской области под час святкования Дня Перемоги. Удел у их приняли больше за 105 тысяч жихаров и гостей региона. Масштабно отмечали 9 мая в областном центре. Наибольшая колькость глядачов у городе назиралася на площади Славы. Сюды на свято завитали амаль 45 тысяч человек. Под час мероприятия у правоохранников в области несли узмоцненный режим аховы парадку. По информации Управления внутренних справ АБВКНКМа, 6 митинги и концерты прошли у штатном режиме, как у Могилеве, так и на районах. Следует отметить, что охрана общественного порядка обеспечена на высоком уровне, благодаря чему, а также сознательности наших граждан, которые становятся все более дисциплинированными, административных правонарушений, преступлений в других местах проведения мероприятий не допущено.